Дорогие мои детки, ну вот мы снова и встретились. Скоро 19 число, и скоро волшебное воскресенье. И у нас опять стоят волшебные баннеры, которые на первом этаже возле лифта. Их нужно срочно украсить волшебными рисунками. Поэтому берем маму, папу, бумагу, карандашики, все, что у нас есть красивое новогоднее, и делаем красоту, украшаем подъезд, чтобы всем было весело и на душе приятно, и никакие болячки нас не могли атаковать, потому что если у нас хорошее настроение, то никакой коронавирус, грипп или какая-то другая нечисть не может нас победить. Поэтому рисуем и встречаемся в следующее воскресенье на детской площадке. Будем делать хороводы, танцевать, есть конфеты и запасаться витаминами через мандарины. Рисуем рисунки и участвуем в нашем супер празднике. Пока!